тоже это видите? Это просто фантастика. Кстати, вы догадались, где я? Я вам сейчас подскажу. Я отправилась за сокровищами Азов горы. Добраться сюда можно только на машине, но оставить ее придется у поворота. Главное, не проехать его. Ну, а дальше минут 40 пешком. Тропа на подъеме довольно комфортная, утоптанная, но удобную обувь никто не отменял. Подойдут обычные кроссовки. А по пути можно встретить такие вот места привалов, костровищ. В общем, отличный вариант для прогулки выходного дня даже с детьми. Здесь целая каменная река. Красота. Вот и развлекательная программа началась. Конкурсы тебе интересные. Нет, как-то не выходит. Ну, не влезаю. Кто молодец? Я молодец. Аня, здесь же обойти можно было. Да блин. Я добралась до вершины Азов горы. Между прочим, про сокровища это вам не шуточки. По легенде, здесь в пещере действительно хранятся сокровища то ли Емельяна Пугачева, то ли разбойника Азова, то ли самой девки Азовки. И в прошлом веке школьникам удалось найти медные и бронзовые бляхи, наконечники копий. Все это сейчас хранится в музеях Екатеринбурга и Полевского. Ну а я рассчитываю на улов побольше. Там кто-то шевелится. Мама. Очки. Будем надеяться, что это не маньяк и не медведь. Ребят, я погорячилась. Это была не вершина, так что идем дальше. Кстати, на фотках в инете я видела, что там прямо какая-то металлическая лестница. Наверху давайте ее искать. Мне кажется, я ее вижу. Поднимаемся. Так, финишная прямая. Последние шаги, последние ступеньки. И мы сделали это. Добрались. Вот. О, кайф. Вот это красота. Вы только посмотрите, какой вид открывается. Класс. До девки и Азовки, я уверена, сокровище где-то рядом. А туристов здесь, кстати, можно встретить и летом, и зимой, круглый год, и даже в будние дни, как, например, сегодня. Девка Азовка в кругу мужчин. Я нашла сокровище. Бусики. Денежки. Банан. Ну, давайте тоже оставим. Расщедримся. Да. Надеюсь, девка Азовка не проклянет за то, что я потрогала ее сокровище. Главное найти клад до темноты.
Поговаривают, что ровно в полночь на вершине загорается свеча и горит до самого рассвета. Кто ее зажигает, неизвестно. Отправляемся на водопады. Направо поедешь, каменные губы найдешь. Налево – Грохотун. Я покажу вам оба, а вы выбирайте сами. Мы приехали. А точнее, сперва мы проехали, а чтобы не проехали вы, ориентируйтесь вот на это строение. А теперь пойдемте смотреть, что из себя представляют каменные губы. Этот водопад образовался в результате строительства плотины на реке Глубокой. Хотя, как сейчас мы можем видеть, здесь совсем не глубоко. Поэтому, наверное, стоит ехать сюда весной или летом, когда воды больше. Хотя сейчас тоже очень красиво. Ну и когда вы еще сможете оказаться на дне, в прямом смысле этого слова? Вот я добралась наконец до самого водопада. Здесь есть вот такой цивилизованный спуск, деревянная лестница. Скорей тороплюсь увидеть, что же из себя представляют эти каменные губы. Ба-бам! Вот и водопад. Смотрите, какая красота. Класс! Водопад Грохотун находится в селе Кунгурка. Вы точно не проедете, потому что там висит огромный плакат с надписью. По моему представлению, Грохотун должен грохотать. Пока что я слышу легкий шепот. Пойдемте на звук. А, холодненькая водица. Перепад высот водопада составляет 5 метров. Летом вода прогревается, так что здесь можно купаться. Ну, а рядом в соседнем пруду водится рыба. Чем не уральское сокровище? Вот внизу находится водопад, а водица бежит оттуда. И там есть какой-то проход. Конечно же, мы отправимся на разведку. Мое колено немножко пострадало, но все не зря. Вот вам и водопад, и тебе, пожалуйста, рыбалка, и купание, и все в одном месте. Сегодня в самом начале маршрута я мечтала найти сокровища, и я их нашла. Драгоценный кольцевой маршрут в 3 карата. Азов-гора, водопады, каменные губы и Грохотун. Обязательно прогуляйтесь по этому маршруту. Меня зовут Анна Молчанова. Путешествуйте по Уралу вместе с U-Travel.